Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхёрдс. Ну и, в общем-то, пришло время немножко посекирить. Ох, это будет жестко. На прошлом стриме все прошло очень неудачно. Максимально неудачно. Ну, а сейчас мы с вами, я полагаю, все сделаем. По красоте. Я подготовился, настроил звук. Много чего сделал. И сейчас будем стараться побеждать. Мастерство парирования ко мне не вернулось, к сожалению. И всякие маленькие хрены меня побеждают легко. Но я могу парировать, в принципе. Но, по-моему, этот мужчина раньше не был таким злым. Опять же могу ошибаться. Да. Обычного пожилого мужчину я бил полдня. Но у нас с вами осталось одно незаконченное дело. А именно вот этот вот говнюк-самурай. Я недавно проснулся, отоспался, набрался сил, и сейчас имею полную решимость его одолеть. Возможно, что-то получится. Вот вы его, наверное, знаете. Можно было бы петарды поставить, в принципе. Если будет не получаться, мы так и сделаем с вами. Ох, не-не-не, нам ниже. Ох уж эти моды на сложность. Дополнительная. Хорошо, что он не попал, было бы очень грустно. Так, теперь мы делаем красивый мув. По красоте красиво. Главное, нужно привыкнуть к этому немножко киселевому управлению. Потому что прям реально неприятно управлять. После какого-нибудь быстрого... Какой-нибудь быстрой другой игры все играется весьма по-другому. Так, я готов. Самурай сосредоточен. Готов одолеть этого говнюка. 4 идеальных парирования было сделано. А мини-боссу хоть бы хны. Здесь я обосрался полностью, полностью мой косяк, братишка. Давай, не-не-не, с ним. А почему он... Ну, другую, что ли, кнопку? Блин, я протезы забыл, на какую кнопку использовать, не поверите. Идеальные парирования были сделаны. Ну, как я люблю, в общем-то. Так, кинь, давай, не сбивай сильно. Надо отойти, надо отойти. Концентрацию немножко восстановить. Я жал парирование в воздухе. Знаменитейшее... Я нажимал наоборот в другую сторону, вы, я думаю, видели, но... Игра посчитала, что я дурачок и нажимаю не в ту сторону. Ну ладно. Давай, давай, пес. ХП у тебя не так много, дружище, осталось. Блин, какого хера он попал, извините меня. Но это максимально петушиный поступок. Он не должен был попадать ни в коем разе, ни в коем случае. Надо на него было уворачиваться, никак не привыкну. Ну и что, думаешь, ты самый опасный тот самурай? Самурай этой качалки. Не могу сказать, что идеально с ним дерусь. Но шо могу. Так, не-не-не-не, дружище. Без вот этой вот штуки. Только не скидывай концентрацию. Она тебе еще пригодится, дружище. Лучше отойти. Это опасная херотень началась. Бесконечная концентрация у парня. Просто по КД бьет. Сосать. О, да, приятная победа. Вчера я довольно долго с ним не мог совладать, врать не буду. О, нам... Ой-ой-ой, вот. Используется этот предмет. Next to Hanbei, at the... This will summon Tenzen Yashimitsu, Times Wolf Vicious. Feedback and Practice. Так, ну Hanbei вроде бы это бессмертный, то есть тот, который... Тот, который у нас занимается... Короче, в храме огня стоит, в ветхом храме, и тренирует Сакиро. Так что туда мы сейчас, полагаю, отправимся. Не-не, не та кнопка, нам travel надо. Travel? Нет, нам в самое начало. Звучит неплохо. Можно, в принципе, семечко улучшить сразу. По-моему, вот это... Так. Три хилки. Наверное, да. Это у нас есть. Атак Power 1. Этого у нас нет. Новые эти штуки бахнем сюда. А в принципе, можно только петарды оставить. И все. И пойдемте знаем, что это такое вообще. Это новый предмет из мода. Ну, это вроде базовые диалоги. Его победить надо.
Пусто, да? Так, братан. Говорит, все еще живой. Да я с этим хочу поговорить. Все, перетрем. Так, давай. Это ничего интересного. Давайте accept. Let's go, seven. Так, тренинг. Толк. По идее, я кого-то... Что-то какая-то дичь. Три раза задоджить? Ну это же легко. Можно закончить это обучение? Как-нибудь. Да, можно. Ну ты и мудилка, братишка. А, все, я нажал. Так, ладно, ничего интересного, к сожалению. Но нам кого-то должны самонить, насколько я понимаю. Из описания. У нас должна быть две тыквенных семечки. И теперь мы, наверное, отправимся вот сюда, потому что всю ту часть локации я даже не проходил. Ну, сейчас давайте займемся этим. Тут мы вроде бы всех победили. Можно, в принципе, еще раз победить. Лишней экспы не будет. Слушайте, может, надо через меню использовать что-то? Сейчас проверю. Вот у меня, смотрите, есть инвентарь. Use memory. И чё? И чё произошло? На самом деле максимально без понятия, что произошло сейчас. На данном конкретном этапе. И этот пассивный пес меня так бесит, вы бы только знали. Только я начинаю удар, эта падла тоже сутулая начинает удар. Господи, какой ты мудила, а. Прям слов нет, вот этот вот мужик в соломенной шляпе. В соломенных одеяниях и в стрёмной шляпе. Так, а чё я сделал? Next to Hanbei. По-моему, надо было у него присимонить. Давайте сейчас попробуем. Вернемся до какого-нибудь костра. Я немножко плохо в английском, вы уже могли догадаться, я думаю. Причем неоднократно. Поэтому есть у нас некоторые проблемы. Так, монокуляр был. Здесь все должно быть закрыто. Да. Потом, возможно, когда-нибудь мы это взаимодействуем с этим. Ой, сейчас будет жесткая рубка. Нормально, пристроите семечко. Это... Ни хрена у него агр, братишка. А мне кажется, ты петух. И мне даже не кажется, я уверен на 100%. Бабуси нет? Так, стелсим, стелсим, пока никто не видит. Мне бы самого главного убить. Я как бы только за него боюсь. Я тебе постучу, старая. Так, тот пока не в курсе, что происходит, походу. У нас все очень плохо. Не буду врать. И к тому я сейчас не подбегу. Но главное, самый злой меня не заметил. Для этого я больше всего боялся. По одному их развалим, как сможем. Большой начинает видеть, текаем села. Так, это кто-то... Ни хрена, ты серьезно? Дружище. Не думаю, что... Кто-нибудь бы тобой гордился. Бегу, бегу, петушила сутулая. Я все-таки Сакиро. Да что он лег-то, мать твою? Какой-то у меня бесполезный самурай. На самом деле кот еще приперся. Один момент. Конечно же, коту нужно в момент записи прийти и сказать: братишка, я к тебе в гости пришел. Все как ты любишь. Так, кто там еще остался? Опа, текаем. А я не хочу с большим драться. Босс качалки меня увидел, да? Слушайте, а он не очень-то и большой. Я-то думал, тут уникальный стоял всегда. Ну, как думал, я помню, что тут стоял уникальный. А это, полагаю, не он. Ну да, этот легкий. Что-то семечки так мало лечат. Не поверите. Ну кто там остался?
Вот это да. С ним нужно разобраться будет после вот этого. Ну, давайте сделаем красиво. Этот тоже вроде заметил. А, этот мудила, который постоянно блокирует, я вспомнил его. Знаменитый пес. Ну, это ты не заблокируешь, псина. Я как бы блокировал, но игре как бы похрену. Просто по приколу не чувствует, говорит игра. Господи, какое ты уродище. Да просто слов нету. Все блокирует, глянь, какая мразь. Ненавижу таких. Так, и теперь мы тактикульно отходим. Для того, чтобы этот мужчина потерял агро. Вот это, конечно, не повезло. Это очень душный. А, так ему похрену, что ли? О, не любит его, отлично, отлично. Не на руку. Без головы я сейчас вообще не пойду. Мне кажется, я не готов. Ну, просто выкинул. Забавно. Я все равно, наверное, уйду. Джонни, где моя экспа? Мы так не договаривались, как говорится. Че, старый бежит за мной еще? Где дурачок? Он меня видит, ну как? Как это вообще игра хочет объяснить? Автор мода, ты просто поставил огромный агро противникам и думаешь, что так и надо. Ни хрена не так работает. Все, потерял наконец меня. Все, дружище, держи в курсе. Сейчас мы тебе на голову прыгнем. И будем токовы. Так, первая стадия, уходи. Немножко не по-самурайски, но кто мы такие, чтобы делать все честно? А, обосраться, получить много урона, это я люблю. Давай сюда, старый. Слушайте, я могу и вторую стадию, мне кажется, так убить, но так будет нечестно. Охренеть, этот дурачок когда-нибудь остановится? Да пошел ты в жопу, он ненормальный. Больной какой-то мужик. Сейчас он уйдет, восстановится, и мы все сделаем по красоте. Ну, слишком он сильный, не знаю. Мне кажется, что-то тут со сложностью намудрили. И явно не в мою сторону. Будет неловко, если у него будет две фазы опять. Ну, автор мода, ты что, петух, что ли? Ты что, пес? Ты явно пес, дружище. А как это Микири-то контрит? Псина дерьмовая. Я его не убью сегодня. Но мне реально хпшки не хватит. Блин, и что делать? Он не заканчивает свои комбинации. Он просто пес. Да, повезло, повезло. Несомненно, повезло. Я не знаю, как с этим говном драться, честно. Ну, я думаю, вы сами все видели, это просто, мать его, невозможно. Ну, блин. Давайте это улучшим. Подожди, а почему максимум? Я же 4 взял. Подождите. Мне же только что что-то дали. Так, next to Hanbei, the disability summon change ogre to refight as many times as well fished. Я понял, что это за хренотень. Это штука для рефайтов. Я же только 7 взял, вы там видели? Одно тут, одно там, и должно было быть все хорошо. Какая-то хрень. Видимо, теперь я могу сколько угодно раздраться с боссами всякими. Давай попробуем. Пришел сюда такой, оп, сюда. О, да, ай, мать твою, не, брат, не, не. Ради прикола, можно несколько сразу взять, призвать? Не, Ханбей типа им становится, да? Повезло, повезло, чё, пацаны? Самурайская битва? О, они друг с другом будут драться, ты смотри. Лол. Изи фарм, изи фарм.
Вот это мне нравится, господа. Ломай судно, дрянь. Я тебя уничтожу, говорит Огр. Блин, как же этот самурай наваливает Огру. Ты только посмотри. Даже не знаю, за кого болеть. Я, наверное, за Огра болею. Я знаю, чем мы будем заниматься. Но Огру, кстати, плохо. Ну, хотя они наравне идут. У самурая вначале было преимущество. Они фазу, наверное, не могут поменять. Я тут подумал. Так, сейчас этому быстро сосим. И тому. И по сути добьют их я. Блин, зря поканал. Да, три семечки нормально. Огур, ты мудак, я тебе помогу. Братишка, ты совсем аутяга, что ли, маленький мой? Просто нет слов. Ну, в принципе, тут я не прав, я полез. Я тебе помочь хотел, а ты меня побеждаешь, дурачок. Просто интересно, много ли я за это получу? Я наебать разошелся. Не, он прям вообще по КД прыгает. Я, наверное, подожду, чтобы этому тоже ки и хп вынесли. Нет желания драться у меня с ним по-честному. Огр, давай, ломай его. Огр, ну ты совсем глупенький, мальчик мой. Огр потерял. Огр, соберись. Тебя насилуют, Огр. Не стыдно Огру. Но, видимо, у него ничего не получится, надо помогать. Как крыса буду со спины бить. Что шансов у меня особых нет против него. Все, переагрился, я теперь твой враг, да, дружище? На тебе поджопник, урод маленький. Так, дают что-нибудь мне за это, нет? Ну, в принципе, опыт дали. Слушайте, да это весьма профитно. Я вам скажу, я сейчас Микири смогу выучить. Не, мне такой нравится подход. Вполне себе. Но все мы понимаем, что драться я там ничего не смогу сделать. Давайте эту часть попробуем пройти. Ну и Гёбумас атаку Нива пройдем, возможно. Плюс еще из неприятного, из очень неприятного, вышку для скипа тоже подвинули. И как теперь проходить, я хер знает, ну честно, типа прям вообще без вариантов. Жалко, в любом месте нельзя этих ребят самонить. Ну типа это прям очень круто было бы. Блин, тут еще и эти ребята, мать моя. Этого точно надо ваншотать. Ну что за говно, ну... Придется туда двигаться. Этого нормально шоты. А тот сломался, блин. Просто по сосня. Хотя он тоже, в принципе, за меня может быть. Когда не все так плохо. Не всегда прыжки срабатывают. Наверное, потому что я жму не на эту кнопку. Да заткнись, бабка. Не пули контору. А где большой? Это дерьмо самурай везде теперь ходит. А где бабуся? Меня, кстати, снайпер уже видит. Надо это выключить из игры срочно. Только так мы сможем победить. Плюс второй левел, красиво. Можно я сегодня буду бить? Я все-таки тоже люблю. Побеждали эти делать. Лок цели сошел с ума, все как я люблю. Так, пока никто не видел, уходим. Быстро-быстро текаем сила, да. Что-то дали хорошее, может не очень. Так, мне бы самого главного выключить из игры попробовать. Господи, как же я обосрался, а.
Не, ну вы видели? Это прям... Блин, ну как же они попадают? Как же они попадают? Просто выйди и зайди обратно. Просто позорнейшее мудачье. Ну типа серьезно, жопа горит. Вот не буду врать. Ни капли не совру. Просто уроды. Сейчас они вернутся на свои места. Я им покажу, кто тут батя этой качалки. Давно я такой злости не испытывал. Он знает, где я живу, понятно все. Зря он бросил друга. Это же еще одна падла стреляла. Можно, конечно, людям сами пробовать пользоваться, но не уверен, что это прям много профита сможет дать. Может, мы как бы выйдем из игры, не? Я не хочу с ним драться, по-честному. Вы понимаете, что это? Лишено любого смысла. Где вообще этот сверхразумист? Он меня видит, просто видит. Может, ты упадешь? Не знаю, извините меня. Но делать такой безумный агро противником, это просто сверхразумистом надо быть. Возможно, мы рано или поздно придем к тому, что авторы модификации не всегда хорошо балансируют свои сборки. В скобках и не балансируют вовсе. Такое, в принципе, тоже очень и очень даже может быть. Либо просто нужно быть лучше. Ну что ж. Еще немножко и третий уровень, но, блин, Гёбу. Гёбу я вряд ли победю. Еще кто-то выжил? Кто? О, там все это время парень стоял. Не поверите. Блин, ну как с тем парнем драться? Я пока честно не понимаю. Да и как с Гёбу драться, я тоже не понимаю. Он меня победит сейчас за 2 секунды. Так, это что, блок? Давайте окошни попробуем бахнуть. У него на первой фазе уже захват появляется, как мы вчера написали. Вообще разрывает он пердак. Ну насрать. Не, блин, реально он какой-то быстрый стал. Там тупо не в себе. Блин, как же мало я урона наношу. А как от захвата уйти? Вы чё? Ты чё, автор мода? Ты пёс явно. Ты явно пёс, я знаю. Куда ты убегаешь, говно? Просто невозможно выглядит. Хотя возможно, наверное. Были бы хилочки. Да уйди ты, ты говнище, дай мне полечиться. Давай. Будем находиться на расстоянии. Опять бочки ломает. Зачем? Бочки, башни. Конечно же, он сейчас попадет. Ничего себе, такой токи никогда в жизни не было у него. Вот опять. Ну, первую фазу, допустим, получится снести, а что дальше делать? Я хз. Че насчет петард? Паскудный. И раньше я прям точно помню, прям 100% он очень долго от этих выходил. Ну, от всяких станлоков и прочего-прочего. А сейчас он просто как угорелый носится. Ну это прям дичь. Не буду все петарды на него тратить, наверное. Но мне, наверное, не дадут воскрешалку. Да, вообще без вариантов.
Да. Шансов мало. Я бы на самом деле телепортнулся, чтобы не тратить хпшку. Но вы же понимаете, что это невозможно. Зато мы можем сейчас выучить Микири. Нет, его можно победить. Но у нас там еще один самурай. Говноед остался. Так, давайте скиллы выучим. Что у нас есть? У нас есть эта вообще хрень. Вот, Микири Каунтер. Поехали. Потом есть Run Inside. Это пока нам не надо. И давайте попробуем еще раз вот этого одолеть. Блин, я там костер, кстати, не активировал. Придется возвращаться. Не представляю пока что, как будем с ним драться. Ну, ладно, что-нибудь придумаем. Есть петарды, есть уверенность. Мне вот интересно, можно будет Гебу позвать? Бабуся, вырубаем прям сразу. Замолчи, старая. Ну что за дела, думает? Да с тобой то же самое будет, урод. Ну, чтобы главный ваш не заметил. У вас как-то дофига, не? Какой-то мудак секиром, мать твою, называется самурай, нихера вообще не дерется. Давай, давай, кто? Кто первый, ты? Это то же самое же будет с тобой, дружище. А так вдвоем мы, конечно, молодцы. Да, давай, всю, всю хп сейчас просру. Какая дичь. И типа, как там драться теперь с кем-то вообще? Так, это уже знакомая тема, братан, пойдем. Пойдем, уродище. У меня подружка для тебя есть. Пойдем, пойдем, пойдем. Хотя смысл? Первую фазу надо так убивать, кстати, что-то я не подумал. Да, первую фазу по-любому надо так убивать. А уже потом звать его на бой с тем парнягой. Так что пока что мы просто за стелсами. Я просто раскусил главную фишку мода. Здесь нельзя нахрапом пройти. Здесь нужно все хитрости брать. Только так что-то у нас получится пройти. Ну и что, стелс не работает, видимо. Мне кажется, я уже далеко ушел. А где они вообще? Ну они типа видят меня, да? Пойдем-то, не знаю, алтарь активируем. Я уже на алтарь сел, а похеру. Не, братан, мы не будем уходить. Так, где этот, этот говной воняющий? Так, он с подружкой. Первая фаза есть. Сейчас вот друга его бы убить нахрен. Видимо, не получится. Так, дружище, ну давай. Ты моя последняя надежда. Какой ты просто мразь-человек. Просто, просто дерьмом провонял. Ублюдище. Ой, злой становлюсь, мать моя. У меня, кстати, автохилка какая-то есть. Дебил, тебя сейчас опять выкинут нахер. Давай, скидывай его нахер, братан. Главное, лишнего не получить, знаете ли. Давай, давай, в спину мы накидай, накидай в спину, как ты любишь. Как крыса позорная. Какой ты баран, братан, я просто тебя не понимаю. Так, ну у нас все шансы на самом деле. Да, да какой ты мразь человек, я же на другого локом цели был, какой ты мудак. Господи, это просто самый просто жопораздирающий мод. Я не знаю, это прям такое говно из говна, прям слов нет. Очень все поломано, просто жопа. И нет никакого желания опять драться с этим всем, надо перерыв взять. В общем, это все осталось за кадром, я его кое-как смог вырезать. При помощи этого говнюка, который на этот раз сумел мне помочь.
и не вонял говной. За него дали меч, да, и теперь можно супер-мега-гэнгста-файт устроить. Даже не вижу смысла с этими уродами, как это связываться. Так, давайте вначале посмотрим, какой лютый файт можно там устроить. Видимо, губы мы сегодня не убьем. Я правда не представляю, как это можно сделать. Так, как говорится, you wanna fight? Let's motherfucker fight. Да я и так умею все. Первый пошел. Так, красиво появляется. Огр пошел. Красиво. Так. А, блин, подожди, ты мне то же самое дали. Видимо, они просто два одинаковых. Ну ладно, отстой. Ну это мы, в принципе, уже с вами видели, так что, наверное, не будем смотреть. Давайте, наверное, на этом серию закончим. Иногда будем поглядывать секиры, возможно, вам понравится. Пока что, премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья и здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.